Его боялись даже монголы. Военачальник Тимур Мелик был наместником Худжанда во время вторжения армии Чингисхана в Хорезм. Когда город после многодневной осады был взят, Тимур Мелик с отрядом воинов переправился на остров неподалеку от Худжанда. Завоеватели начали насыпать дамбу к острову, однако хорезмийцы раз за разом разрушали ее, совершая вылазки по ночам. Когда же монголы все-таки заняли остров, Тимур Мелик с горсткой солдат на лодках бежал вниз по течению Сардари. Кочевники настигли его где-то посреди пустыни в Мавераннахре, и он, отстреливаясь из лука, в одиночку сумел уйти от преследователей. Отважный военачальник продолжал борьбу с оккупантами вплоть до 1230-х годов. Сегодня именем Тимур Мелика названа центральная улица Ташкента, столицы Узбекистана.